Встречайте, Джефф Макдональд, предприниматель, педагог, оратор, филантроп, разработчик программ и психолог. Джефф окончил Государственный университет Оклахомы и Канзасский университет. Он был добровольцем корпуса мира в Лесото, затем работал преподавателем в Канзасском университете и Академии Дюка США и Университете Кимён Южной Кореи. В настоящее время Джефф является вице-президентом фонда NEM, некоммерческой блокчейн-организации, и директором по технологиям в LuxTag, разрабатывающей технологии для проверки подлинности блокчейн-решений в реальном времени.